Что-то случилось. Нутром чувствую, что-то произошло. И феи насторожились. Всех как ветром сдуло. Рогатый король. Этот дьявол с черным сердцем. Чего он ждет? Да-да, кот, я знаю, что ты сильно проголодался, но сейчас гораздо важнее подумать о будущем. Ой, ой, Таран, каша выкипает, Таран. Ой, Долбан, я вот что подумал. Что, если война закончится, а я так и не успею повоевать? Не успеешь, и слава богу. Война — это не игрушки, там гибнут люди. Но я не боюсь. Ай! А! Да, да, конечно. Если рогатый король вернется, обожженный палец покажется тебе пустяком. Нет, нет, кот, не трогай. Это для Хэнвен. Хэнвен, Хэнвен. Всегда все для Хэнвен. Однажды, мой мальчик, ты узнаешь почему. Все, хватит грезить наяву. Принимайся за работу. Да, сэр. Он такой нетерпеливый и такой беспечный, что не замечает опасности. О, надо же, кот, смотри, тебе повезло. Можешь смело набивать пузо. О! Долбан не понимает. Я уже не ребенок.